Всем снова здорово. Приехал тут, короче, Кикиру у нас. Блять, вот зашел на пустой сервер уже как бы дохуя. Так, давайте посмотрим, что привез, короче. Я уже как бы посмотрел, но так расскажу, что следует покупать, а что в принципе-то и нахуй не надо. Короче, покупаем, как всегда, синдикатовские моды. Кто не купил, потому что их уже столько раз привозили, что я уже не знаю, что с ними делать. Вот у меня вот этого нету, я его сейчас возьму. А также Граката Призма привез. Бля, было. Я не купил. Кто покупал пропуск на Тенакон, тот, естественно, скорее всего, купил. А также маячки, броня Коватов и скин Зефир Бессмертия. В принципе, нахуй не надо. Зачем это надо, бля, я вообще не представляю. А, чертеж пески Инароса. В принципе, прокачать, пройти квест, прокачать Инароса и тоже нахуй послать. Потому что это говно все. На мой взгляд, по крайней мере, это мое лично сугубое мнение. Ну, в принципе, и все. Сандана, ну кто любит повыебываться, пожалуйста, покупаем Сандану. Кто любит скин Лисета Призма, пожалуйста, покупаем. В принципе, там нахуй не надо. Сигл тоже в жопу. Покупаем синдикатовские моды, берем у кого модов вообще в принципе нету. Хотя вот вроде я хуй знает, где эти моды добыл. Я их не покупал, у меня их вон аж два здесь. Короче, берем один такой. И берем Гракату Призму. Гракату Призму берем чисто прокачать и нахуй выкинуть. На ранг, чисто на ранг берем, блять. В принципе, она нахуй больше не нужна. Всего стоит 100 тысяч кредитов и 610 дукатов. Все, в принципе, по хуйне. Все взяли, все заебись нахуй. В принципе, все, можете больше ничем нахуй Вову. Все, забыли нахуй до следующего приезда его. Всем спасибо. С вами был Винультер на связи, Gaming Social. Заходим на наш сайт. Скоро будет новый турнир. Хочу также организовать турнир по Warframe. Кто хочет помочь в этом, пишите мне в группу. Группа будет внизу в описании. Всем спасибо, всем до свидания. До новых встреч.